Всем привет, друзья, с вами Realize. В этом видеоролике мы разберем, какие мобильные проекты в ближайшее время ожидаются на платформе Wemex, то есть с возможностью заработка. При этом также выясним, на какие стоит обращать внимание, то есть где действительно можно будет заработать и при каких условиях, а какие точно будут проходные. На данный момент известно, что разработчики Wemex планируют на конец 2022 года в кошелек добавить более 100 мобильных проектов с возможностью заработка. Но, к сожалению, 70% игр, которые будут добавлены в кошелек, казуальные, то есть с максимально простым примитивным геймплеем и такой же графикой. Ну а теперь давайте по порядку. Сейчас мы находимся на официальном сайте Wemex, который называется wemexnetwork.com, и здесь представлены все проекты, которые либо уже залиты в кошелек Wemex, либо выйдут вот прям в ближайшее время. Первые 6 проектов, по которым я сейчас вожу курсором, максимально проходные, без возможности заработка. Сейчас объясню почему. Все дело в том, что проект Bird Tornado, Creep Tornado, Galaxy Tornado, Fishing Tornado и Aqua Tornado, как вы уже понимаете, по приставке торнадо, с возможностью заработка именно этой валюты. То есть торнадо можно сравнить с драко. Цена торнадо сейчас известна, я вам ее показываю. Если переводить в рубли, это 1 рубль 30 копеек. Для сравнения, сейчас драко стоит 70 рублей. То есть вы понимаете, что здесь вы ничего не заработаете. По рубль 30 за одну монетку. Плюс ко всему, если вы видите проект с приставкой торнадо, это означает, что он будет казуальный, с максимально примитивным геймплеем, неинтересным. То есть даже если бы там нельзя было ничего заработать, эта игра все равно неинтересна. И таких проектов они наклепают большинство. Теперь объясняю, почему не стоит обращать внимание на игры с приставкой торнадо, даже если они прям вот только-только вышли, свежие, все равно вы ничего не заработаете. Потому что стоимость этой монеты уже заранее известна, и стоимость этой монеты с каждым днем только падает. В то время как проект 4 или Crypto Conflict, Rise of Stars, которые вышли вот недавно, у них есть своя монета, и на старте проекта еще неизвестно, сколько она стоит, и вот на этом можно действительно заработать. При этом проекты, которые выходят со своей монетой, разработчики все-таки стараются их сделать нормальными, потому что сама механика в Mir 4 мне нравится, то есть даже если оттуда убрать крипту, в Mir 4 можно поиграть. То же самое можно сказать и про Rise of Stars, если бы там не было лагов и багов, и криптоконфликт. Это действительно интересные проекты в своем жанре, даже без возможности заработка. Но, к сожалению, на сегодняшний момент никто не может повторить успеха Mir 4. Мы видим, что монета от проектов Rise of Stars и криптоконфликт приближается уже к монетке Mir 4. При том, что Mir 4 существует уже практически 7 месяцев, а этим проектам даже нету одного месяца, и они уже падают. Но, несмотря на это, на старте в первые 2-3 дня можно действительно срубить бабла. Но желательно, конечно, задонатить, чтобы обогнать обычных игроков, и таким образом вы сможете вернуть то, что вы задонатили, и плюс еще заработать сверху. Но это нужно делать очень быстро, и плюс ко всему, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся под санкциями, я не знаю, насколько это будет возможно в дальнейшем. Но на самом деле, пока что это работало именно так. В ближайшее время ожидается выход рыбалки и подводного мира. Оба проекта проходные, как я вам говорил ранее, то есть это казуальные, с вертикальной ориентацией экрана, под дешевую музычку, с дешевой графикой. В общем, я не знаю, наверное, для каких-нибудь детей, где, как я вам говорил, один торнадо стоит рубль 30. На момент выхода, я думаю, торнадо будет стоить и вовсе 1 рубль. И это с учетом, что сейчас курс доллара поднялся. Если курс доллара вернуть в старое значение, то и вовсе еще меньше вы там будете зарабатывать. Этот проект у нас старый. В нем есть возможность заработать монетку под названием CQ, которая еще дешевле, чем торнадо. То есть, ну, она вообще ничего не стоит. Следующий проект, который у нас выйдет в ближайшее время, это Blade Reaction. У игры будет своя монетка, и такая же ситуация, как и с предыдущими двумя проектами, возможность заработка будет в первые дни. Если вы не пропустите этот момент, то сможете на этом заработать. И также в ближайшее время выйдет проект под названием Yulku Kanho. Тоже со своей монеткой, с возможностью заработка буквально в первые дни. Дальше, я думаю, монетки также будут просаживаться, как мы увидели на примере двух недавних проектов. Но это далеко не все проекты, которые ожидаются в ближайшее время. Также выходит проект под названием Crypto Ball Z. Это гибридная игра, которая сочетает в себе удобство простой ролевой игры и азарт стрелялки. Игроки могут развивать персонажей и создавать колоду для стратегической игры. Единственный интересный проект, который выходит в ближайшее время,
от самих VMAID'ов, которые будут стараться сохранить курс валюты, будут работать над этим проектом. Он называется Blackshot M, про который я расскажу в отдельных видеороликах. Вот такая вот информация у нас имеется на сегодняшний день. Пишите, что вы думаете об этом в комментариях. Мы же увидимся с вами в следующих видеороликах. Всем, друзья, удачи! Всем пока!